Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю, как обычно, домашний влог. И мы продолжаем, да, ремонт. У нас уже очень много, что муж уже успела сделать. Так что я вам обязательно покажу. Также сегодня хочу показать вам, приходят ко мне мои посылки с Алиэкспресс. Так что тоже вам покажу. Наконец-то пришла шлейка для моей собаки. Вот, но правда она не дает никак померить на ней. Я только одеваю, она сразу думает, что мы идем гулять, и поэтому никак не может усидеть на месте. Ну, в общем, покажу вам сейчас все. Пришли мне две вот такие резиночки. Я себе заказывала резинки для волос. Шли они очень долго, недели 5-6, наверное, очень долго они шли. Вот, это все одного продавца, более того, это все одна позиция, просто можно было выбрать разный размер, разный цвет. Вот эта резиночка мне понравилась очень, она двухсторонняя, да, вот этот вот, я так понимаю, бантик можно снять спокойно, вот, то есть он развязывается, насколько я поняла, и будет просто у вас такая резиночка, да, хотите с бантиком, хотите просто завяжите, чтобы ленточка была. И вот эта ткань, она как бы двухсторонняя, все ровненько, аккуратненько, мне очень понравилось. А вот это мне не понравилось, девочки, совсем. Посмотрите. Вы посмотрите, что это такое. Более того, вот эта ткань, она не двусторонняя, да, а вот здесь вот получается изнанка, а здесь лицо. И вот эту вот штуку приклеили сюда на лицевую сторону. Вот это handmade. Я, конечно, попытаюсь все это снять, я и вот эту штуку хочу снять, потому что она болтается, но, мне кажется, не к делу, в общем, совсем. Хотя, в принципе, так симпатично, на какую-то гулечку дома, симпатично, да, смотрелось бы. Но вот этот вот клей, получается, на лицевой стороне, здесь, получается, изнаночная сторона, и то тоже есть, смотрите, клей. Тут еще он какая-то как дырка, что ли, не знаю, что это такое, в общем... Вот эта резиночка мне не понравилась. Вот даже вот на самой вот этой штучке бусинки. Вот это бусинка съемная, колечко, видите, можно спокойно снять. Вот. И зачем-то наклеили вот эту handmade. Вот зачем это наклеили, непонятно. Причем, ну, видно, что ручная работа, причем тяп-ляп. В общем, ну, ссылку вам все равно оставлю, чтобы вы знали, что вот такие, вот такая мне пришла не очень. Но я не буду больше этого продавца заказывать. Хотя вот это вот очень хорошо сделано. Мне очень понравилось. Все качественно, ровненько. Даже вот не помятое пришло. А вот это нет. Ну что ты. И вот такая вот, девочки, шлейка, которая одевается вот так. Под, ну, соответственно, вокруг шеи она. И под корпусом идет. Вот у меня уже пёс находила. Видите, вся в шерсти. Очень удобно, очень классно. Здесь есть еще вот такая ручка, качественно очень сделана. У нас в магазинах такая бы, наверное, не знаю, в районе 2000 бы стоила, это точно. И вот этот поводок, вот ходим гулять, и все отлично. Поводок не сломался, ничего, очень удобный. Конечно, если у вас собака дергается, или у вас еще молодая такая собака, да, ну, как бы не привыкшая, скажем так, еще ходить на поводке, то, наверное, не стоит вот такое. Вот, а у нас она... Нормально ходит, но бывает иногда куда-нибудь ее понесет не в ту сторону, а так, так в принципе, нормально. Вот такого красного цвета, был бы розовый, я бы взяла розовый. Но это у меня младший сынок сказал, мама, надо ей красная, она же девочка. Вот сюда цепляется он, и вы замечательно идете. Вот эту можно придержать ее, вот. То есть вот так вот она выглядит на ней. Вот, никак не могу одеть, потому что она все время думает, что с ней идут гулять. Никак не дает, начинает радоваться, да? Лежунка моя. Лежуня моя, сладкая девочка такая, красавица моя, да? Вот, так что ссылочки, кому интересно, оставлю вам внизу в инфобоксе, но классная штучка. Вот, вот она красавица, съехала у тебя. Вот так. Да? Красивая? Красивая, конечно. И еще, девочки, сейчас вот почтовый ящик заглядывала и увидела, что там просто в почтовый ящик бросили еще один мой заказик. На самом деле, первый раз у меня такая история. Я много читала в отзывах на Алиэкспресс, что кому-то что-то там бросают в почтовый ящик. Вот у меня первый раз такая история. Шли вот эти вот заколки долго. Я не знаю, наверное, полтора месяца, если не больше. Очень долго они шли. Но вот эти вот заколочки, девочки, мне прямо нравятся. Написано Made in Korea.
Не знаю, заказывала с Алиэкспресс. Не знаю, Корея это или не Корея. Но сделано очень классно. Единственное, что вот на этой заколочке, видите, торчит немножко леска. То есть вот эти вот штучки, да, вот эти бусинки, они прикреплены на леску. Вот так вокруг. Вот эти заколочки все достаточно тугие. Я люблю, когда такая история, потому что потом они, ну, хорошо держат волосы, потом немножко они растягиваются, да, и становятся. То есть, видите, как сделано? Главное, чтобы волосы не цепляло. Ну, посмотрим, если что, можно подобрезать тут. Вот, ну, симпатичненько, мне кажется. Такая тоже прикольная заколочка. Ну, и вот эти тоже просто от лица убрать волосы. Слушайте, ну, симпатично. За ту стоимость, которую они предлагают, ну, за их стоимость очень даже неплохо сделано. Я бы сказала, качественно. То есть, они такие прям добротные. Не то, что там какая-то ерунда. Вот это мне понравилось. Но шло очень долго, девочки. Очень долго. Месяца полтора, наверное. И вот в итоге бросили в почтовый ящик. Что странно для меня на самом деле. Ссылочки на все, что заказано с Алиэкспресс, я, конечно, как всегда, вам оставлю внизу в инфобоксе. Еще, девочки, у меня на участке есть такое дерево. Называется Карина. Многие из вас, наверное, знают. Вот, видите, она уже начала поспевать. Вот там птичка упала. Хотела показать. Сюда, как только она начинает поспевать, вот эта верхушка, видите, доходит у меня до второго этажа. Вот, верхушка вот этого дерева. Вот он у нас на участке. Я очень люблю эти ягоды. Они очень, ну, для меня почему-то очень вкусные. Кстати, дети меня тоже любят. Ну, может, насмотрелись на меня, поэтому тоже едят. И все время пролетают сюда птички, объедают верхушку. А я вот там вот внизу объедаю обычно. Вон, видите, птичка там улетела. И смотрите, какая еще птичка прилетела. Это же снегирь, да? С красной грудкой. Девочки, я почему-то думала, что они улетают на зиму куда-то. Вот, и, в общем, тут у меня на этом дереве собираются все птички, какие только могут, какие только у нас водят. Смотрите, какая красавица. Смотрите, вот, вот, и они, видите, объедают вот эти вот ягодки. Ну, мне не жалко, но они все вот просто съедают все ягоды, все до единой. Вот эти птички, смотрите, какая красавица. Мальчик, девочка, не знаю, но красивая птичка. Смотрите, какая прелесть. Тут каких только птичек тут можно не увидеть на этом дереве. Вот, вот, видите, они все объедают. Они вначале спелые съедают, остальные доспевают. То есть они каждый день. И тут постоянно, ну, вот этот, поют они тут сидят. В общем, очень им нравится тоже моя Карина, как и мне. Вот, смотрите, какая красавица. И такие, ну, все тут всякие разные птички к нам прилетают. Вот, объедают мое дерево. Верхушечка вот эта, она раньше у меня поспевает. И вот они как раз все съедают. Иногда бывает, мне даже внизу не остается ничего. Все едят, вот какая, смотрите. Слушайте, это снегирь, что ли? Девочки, кто знает, напишите. Какая-то у нее такая немножко оранжевая грудка. Птичка, повернись к нам. Что это такая за птичка, интересно? Нет, это не снегирь же. Да? Что-то я плохо знаю все вот это. Название растений, птиц и так далее. Вон, смотрите, какая красавица. Ну, красавица. Вот так вот они тут. Зато поют очень красиво. Сейчас у нас, как всегда, прошел дождик. И выглянуло солнышко. Девочки, хочу вам показать свои розы. Они у меня тут вовсю цветут. Немножко погнулись от дождя. Это вот красную я вам показывала. И вот эта вот, которая пахнет персиками. Она также продолжает цвести. Красавица моя. Вот такая она высокая у меня. Вот. И еще распустились у меня другие розочки. Вот такая. Правда, она сейчас болеет. Мучнистая роса у нее. Но я опрыскивала, потом шел дождь. В общем, никак мне не выбрать момент, чтобы опрыскать их, чтобы не было дождей, чтобы они хорошенечко выздоровели, скажем так. Она скоро уже будет отцветать. Вот такая красавица. У меня она такая лососевая, у нее такой цвет, очень красивая. Вот. Еще вот такая желтая тоже уже потихонечку начинает отцветать. Ну как, она еще постоит. Вот эти вот розы долго стоят. Долго в цвету,
Там вот еще одна. Ну, видите, начали от дождей немножко листики подгнивают. Вот это еще у меня не зацвела. Вот это тоже будет розовая. Тоже она у меня тут мучнистая россия. Ну, что делать пока. И вот это самая обалденная роза. Она очень крупная. Сейчас она еще не распустилась у меня, но скоро вот распустится. И у нее, видите, такие с одной стороны беленькие, с другой стороны такие красные цветы. Очень. То есть она, видите, бутон еще не распустился, а он уже вот такой огромный. Очень красивая вот эта роза. У нее первые лепестки вот такие. Это всегда, это она не болеет, это у нее всегда вот такие первые лепестки. А дальше она идет вот такая красавица. Еще наверху у меня вот такая, вот этот куст, это вот такая розовая. Тут один уже отцвел. Вот такая красивая тоже. Вот. И вот здесь вот у меня еще вот такая розовая роза, такая яркая, фуксия, я бы сказала. То есть они, когда бутончики, она красная, а дальше она распускается, вот такая становится. Это тоже вот от дождя, они все у меня лепесточки вот так вот портятся, скажем так. И еще у меня вот здесь вот такая тоже красивая роза, тоже уже потихонечку отцветает. Она такая маленькая, тоже живет у меня уже третий год. Вот такая она, тоже красивая очень. Но вот это она не солнце не выдерживает, то есть начинает выцветать. Вот здесь у меня эти, как они, анютины глазки, да, фиалочка вот такая красивая. У меня тут тоже с ними вместе живет. Вот, вот здесь вот у меня желтая фиалочка. Это единственные цветы, которые выживают тут в моих розах. Первоцветы и вот такие фиалки. Они у меня сами, я однажды купила желтую и вот такую, вот такая была фиолетовая. В общем, они тут у меня сами сеются, сами живут теперь. Я их периодически отсюда отсаживаю, ну, в какие-то другие клумбы, чтобы было красиво. Вот. Вот такая еще розовая у меня тут маленькая, но она тоже болела. Вот такая малышка. И еще вот такая малышка розовенькая. Тоже, видите, она у меня немножко болит. Вот. Так что вот такая у меня тут. Вот такая вот у меня тут, девочки, красота. Очень я люблю розы. Обожаю, они у меня вот такие огромные. Ну, вот этот самый большой куст. Он очень нравится моему мужу, такой огромный. Здесь тоже поменьше розочки. Такая у меня красотища. Обожаю, обожаю их. А вот здесь вот у меня петуни распустились, но я вам уже их 100 раз показывала, тоже красиво очень получилось. Такие. Но розы — это моя любовь, конечно. Красота. Дожди бы только перестали, их надо опрыскать. Вот эти две большие, они не болеют сейчас, а вот те вот немножко болеют, надо их опрыскать, да все. Все, дожди, дожди. Вон там, видите, опять туча идет. У нас так она, походу, кругами ходит, ходит и ходит. На улице 18 градусов. Солнышко, но все равно постоянно дождь. Ну, еще, конечно же, жасмин. А, вообще, это не жасмин, да, это, ну, как кустарник, да, это. Он называется как-то по-другому, но его все называют садовый жасмин. Вот этот сорт, он у меня позже всего цветет, и он, это сорт, в общем, еще мой прадед сажал его. Вот, мы его сюда крыльцо отсадили. Смотрите, какая красота. Ароматный. Ну, о, поздний вот этот вот сорт. Ну, красота же, ну. Просто ароматно, вкусно пахнет. Люблю лето за то, что цветут цветы. Красота, он там тоже такой большой, красивый у нас. Ну и вот, девочки, показываю нашу ванну, в каком она сейчас состоянии. Все муж сделал. Конечно, тут все нужно намыть, прибрать. А, вот тумбочка под ванну, да, под раковину. У нас раковина, как видите, такая прямая, без выемки вот здесь вот. И тумбочки нашего размера продаются вот с, под раковину, вот с такой выемкой. Нашей тумбы нет. Она у нас, фасады подпортились, и получилось так, что, в общем, у нас там протекала вода, и мы не сразу это заметили. Здесь такие выдвижные ящики, 2 ящика здесь. Нравится тумба, нравится раковина, но
хотели заменить, ну пусть не такую, какую-то другую, в общем, может там хочет пока что временно подремонтировать вот эти, не знаю, может быть из-за вот этой самоизоляции как-то, может быть, производство останавливалось или что, но ее нет в наличии, ни ее, ни подобных вообще, нашего размера под нашу вот эту раковину, тут все надо, конечно, прибрать, но показываю, как есть, без прикрас. Ну и тут у нас вот такой шкафчик. Это явно зеркальный. Там тоже все приберу, потом покажу. Сюда повесили полотенце-сушилку. Вот такую. Ну, она у нас не очень горячая, такая электрическая у нас обычная. Вот. И здесь поставили ванну. Девочки, я балдею прям. Ванна у нас не до конца. Но она стандартной длины, стандартной ширины. Сколько там? 1,70 м вроде с чем-то, что-то такое. Но у нас остается здесь расстояние. Может, здесь зашьет у меня кафелем. Я вам потом тоже покажу. Видите, тут всякое. Надо еще все это намыть. Он сейчас приклеил вот эту штуку сюда. Уголок. Поэтому, ну, соответственно, я тут ничего не мою, потому что должно просохнуть вот здесь вот все. И вот здесь вот такая обычная, самая простая ванная. И здесь у нас вот такая стойка. Ну, что у меня уже здесь принимал душ, прежде чем заклеить вот, перед работой. Вот так вот она выглядит у нас. У меня муж очень любит вот подобные вещи. По мне так, обычную можно, знаете, обычный душ с лейкой. Но муж у меня любит такие штуки всякие. Там типа будет течь вода, вот здесь течет вода, и вот здесь. Но единственное, что ее нужно выше поднимать. Он ее пока временно так повесил. Потому что, получается, всем нам нормально, а мужу она, ну, по высоте не подходит, его надо выше. Такая леечка. Ну, вот там небольшое зеркало, полочка. Ну, здесь вот всякие переключатели, всякая ерунда. Вот. Так что вот так вот. И вот с этой стороны вот повесили вот такую полочку. Вот, тоже в Леруа. Все куплено, да. И сюда я повесила, у меня вот такой крючок был, такие крючки, знаете, на липучке прикреплялись. Вот эта липучка испортилась, осталась крючочка, я его сюда повесила, чтобы можно было халатик вешать. Вот, вот эти полки, кстати, очень удобные. У меня ванная на втором этаже, точно такая же полка. Сверху кладете чистые полотенчики, здесь висят полотенчики. И очень удобно, не нужно, если вы вылезли из ванны, не нужно никуда бежать, так как у нас народу много, да, то здесь сложил чистые полотенчики, это очень удобно. Тут еще всякий инструмент мужа будет все доделывать до конца. Стульчик, в общем, видите, все в таком состоянии. Вот. Так что вот такая вот... А, и вот эта вот стеклянная перегородка здесь. Я говорила мужу, давай просто штору обычную сюда повесим. Он не хочет у меня эти шторы, он говорит, это ужасно. И так далее. В общем, он сделал вот такую стеклянную перегородку. Ему нравится. Ну, не знаю, будет ли литься. То есть она получается на пол ванной. Будет ли сюда брызгаться вода. Но когда мальчишки будут купаться, конечно, будет брызгаться вода. Потому что они у меня тихо не могут купаться. Они у меня тут болтыхаются по-всякому. Вот. И не знаю, вот сюда вот думаю, может, полку. Хотела сюда полку, ну, для шампуня и всякого остального. Но, наверное, не буду вешать. Потому что здесь... будет, ну, то есть сюда поставлю там шампунь, вот сюда вот можно будет, хотя, может быть, и не ставить сюда, может, а полку, ну, в общем, подумаем, как будет удобно. Так что вот такая вот у нас, девочки, красота теперь. Ой, заказала себе уже пену для ванны, так что уже скоро буду тут отмокать, как я это называю, наслаждаться. Свечечки надо еще какие-нибудь прикупить вкусные, и вообще будет красота. Ну, красота ж, девочки, я прям балдею. Вот, и вот это, соответственно, ну, как экран, да, называется, такой под ванну. Так что вот такая вот, девочки, я просто вижу от восторга. Что нам, девочкам, для счастья нужно? Ванну и пену для ванны. Ну, и пару вкусно пахнущих свечек. Все, больше ничего не надо, да? Так что вот так. Ну, потом, конечно, вам покажу конечный результат, как все будет. Здесь вот у нас розетка осталась. Ну, вот это вот муж тоже все замажет, вот здесь вот. Вот, он ее поменяет на... То есть розетка здесь останется, но поменяет на такую с крышкой, которая специально для ванны, чтобы туда вода не попадала. Вот, но это он чуть-чуть попозже, да? Надо вот это вначале сделать. Вот, в общем, доделать все, потом поменяет вот эту розетку. Как вот здесь вот у нас под раковиной, видите, тоже ему тут доделывать надо. Это от освещения вот этого наверху, вот здесь такое освещение, да?
как вы видите, все надо намывать. Вот. У нас, кстати, вот этот шкафчик тоже, видите, зеркало испортилось. Ну, не знаю, будем пока менять, не будем, посмотрим. Вот. И вот это у нас электрическая штука, да, и видите, здесь какая розетка. Вот эту штуку он еще будет присоединять. И вот здесь вот такая розетка с крышкой, то есть брызгозащитная, да. Вроде так она называется. Ну и, соответственно, сюда он тоже специально с крышечкой какую-то купил. В общем, не знаю. Так что, девочки, я просто визжу от восторга. Мне очень все нравится. Красота. Ну и на сегодня, девочки, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.